Друзья, привет, ЕВГ, с вами. Мне кажется, вы меня не узнали. Вот так-то гораздо лучше. Ну что, как можно добыть рабочий и нормальный ноутбук всего за 500 рублей? Самое главное, самое первое, что тебе понадобится, это удача. Без нее вообще никак. Так что неудачники по жизни на этом моменте просто закрывают видео, а те смелые и идущие вперед подкладывают в ботинок пятачок, покупают у бабки амулеты и делают прочие вещи, которые приносят удачу. Например, ставят лайки, подписываются на канал. Это уже проверенный факт, столько людей мотулок мошенников спасли. Короче, мы просто открываем Авито и ищем до тех пор, пока не найдем чисто случайно рандомное удачное объявление. Ну или... не очень удачные. Сейчас просто листал ленту, искал какие-то ноутбуки, которые будут не соответствовать характеристикам, либо что, короче, искал на ёбщиков, и смотрите, что я нашел. Ноутбук Asus за 500 рублей. Вот фоточки, смотрите, какие-то черные все. Вот такой ноутбук, но, как бы, ну, внешний ноутбук как ноутбук, непонятно, но смотрите описание, цена 500 рублей. А в описании написано: продаю за ненадобностью, разбит экран, не включается, зарядка потеряна, но все внутри на месте, надо просто заряжать. Я только что позвонил, договорился уже о сделке. Все, сейчас пойду и заберу этот ноутбук за 500 рублей, и, возможно, даже его получится восстановить. Очень сомнительный вариант, но тут остается только верить на слово продавцу, и, судя по фото, это, ну, хотя бы уже не древний монстр, а более-менее новая модель. Знаете, это как... iPhone 6 в мире айфонов, как бы старая дешевая херня, но еще что-то может. Но еще чуть-чуть и все. Объявление было выложено 9 часов назад, я даже камеру еще не достал, вот лишь бы скорее быстро снять. Все, позвонил, сейчас лечу, беру, не знаю, получится снять, нет, вряд ли. И вам покажу, что купил. Ребята, снять, конечно, ничего не получилось из кармана, да и в гостях тайком это делать нехорошо, но я узнал такой интересный момент про ноут. Его продавала женщина. И когда я спросил, а почему вы продаете, она мне с таким, знаете, вздохом сказала то, что ноут остался от ее сына. И судя по остальным товарам, вот в профиле на Авито, там мужская БУ, одежда, всякие автомобильные приблуды, у меня создается впечатление, что сын у нее погиб. И это ноутбук умершего человека, и, скорее всего, он погиб в автокатастрофе. Но это мои косвенные догадки. По идее, меня, как покупателя, вообще не должно волновать, кто раньше был хозяином. Так что давайте посмотрим просто, что я купил. Это оказался ноутбук Asus X551M в очень полупанном состоянии, неухоженный, грязный, как будто лежал где-то очень долго. Тест на макбучность был провален на все 100%, да и музычка-то играла просто у меня на фоне такая в темку. Включить я его не смог, но трещины на экране я вам покажу. Как видите, матрица окончательно попла, ну блин, ее только менять все. Не, вообще он целый, без всяких сколов, но смутило отсутствие болтов, вон дырки одни остались. А если я его сейчас вскрою, и оттуда выпадут камни... И ноут чё, вообще внутри пустой окажется, что ли? В общем, начинаю раскручивать ноутбук, отщелкиваю клавиатуру, а там все нормально. Еще бы, грустная женщина, которая мне его продавала, точно не была похожа на разводилу. Я уж разводил-то уже знаю. На клавиатуре не было следов затопления, и меня удивила встроенная в корпус батарея. Она очень легкая, такая несбалансированная, и вот так вот мялась просто прекрасно. Там явно внутри чего-то не хватает. Матрицы на ноутбуках я никогда не менял, да и вообще максимум только жесткие диски заменял, да термопасту обновлял в своих ноутбуках. Больше я в них ничего не ремонтировал. Так что не надо брать меня пример и говорить, что я рукожоп, не подобрал там не ту отверточку. Вообще пофиг, я это делаю впервые, как? Как вам мне хочется. А не такая зеленая залупа, бумага там начнет балаболить. Не шаришь, не умеешь, не лезь.
Короче, ноут оказался внутри такой же пыльный и грязный, как и снаружи, но все детали оказались на месте, и все даже было похоже на рабочее. Цена такого ноута БУ на Авито где-то 6-8 тысяч. Новые такие уже давно не продаются, и последняя цена на них была аж 12. Ноут позиционировался как для работы, но за эти деньги сейчас можно взять только какой-нибудь престижный престижево. Да сейчас даже хороший кулер для компа стоит только с пару с лишним тысяч, причем еще и в разных магазинах по-разному. Так что не забывайте этот момент и не отдавайте торгашам вот эти вот лишние деньги. Не давайте им на себе нажиться. Но правильные магазины тоже надо уметь выбирать. Лучше бы мне вот за эти 500 рублей продали не этот Asus, а какой-нибудь ROG Zephyrus. О, пипец, сколько он стоит. На i7 оперативы до 32 гигабайт, терабайт SSD. Да он так греется, что уже продается с отваливающейся нижней крышкой. Интересно, а какой ПК можно собрать за эти вот 200 с лишним тысяч. Я тут понадобавлял в избранные примерно тех же запчастей, из чего состоит этот ноут, и у меня вышло 12 товаров на сумму 120 тысяч. И собрав, ты получаешь вот такой вот здоровый гроб с кучей проводов и монитором на столе, а не ноутбук небольшой 2-килограммовый и тонкий. Конечно, ПК с характеристиками этого ноута выходит, ну, всяко уже дешевле, особенно если сам собираешь. Но вот шариться в железе кому-то нравится, а кому-то вот просто приходится сравнивать вот это все, искать, что получше будет, да пооптимизировать, поспорить там с ПК-боярами на других формах. Но я же не ПК-боярин, я вообще этот ноут за 500 рублей купил. О чем тут вообще речь может быть? Заказал, значит, я замену матрицы для этого ноута. Обошлась она мне почти в 3000 рублей. Также прикупил зарядное устройство. Обошлось оно мне 800 рублей. Матрица пришла за неделю. Новенькая, идеальненькая. В замене нет ничего сложного. Открутил, отсоединил, убрал, поставил новую. Просто не нужно быть рукожопом и все. Блядь, это царапина, что ли? Снимем пленку с нового экрана. Теперь, блядь, назад, чтобы не зачухать ничего. Я же шлейф забыл подключить, блин. Ну тупые. Рукожоп самый... настоящий. Ладно, подключил матрицу, особо ничего не закручивая, не защелкивая, ставлю аккумулятор, подключаю зарядку и проверяю. Зарядка воткнута, индикатор горит. Че, нажмем кнопку? О, что-то заработало. О, засветился. Нихера себе, Жека починил комп. Смотри-ка, так, самый первый запуск сейчас. Фига, что-то все отсвечивает. Как за ним сидеть, если ты так люто отсвечиваешь? Вообще понятия не имею, что там внутри. Включил, чтобы проверить, нормально ли я шлейф там застегну. Так, и что ты? Мертвый, что ли? Так, мышь есть. О, десятка, что ли, тут? О, восьмерка? Это восьмерка, да, пацаны? Ой. Пароль. Бля, 3, 4, 5. Неверный пароль. О-оу. Блин, надо пароль как-то вводить. Подсказка для пароля — все цифры. Блин, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Да ладно! Да ладно, ни хера себе, Жека Хацкер! Впервые вообще открывай, понятия не имею, что там. Бля, а что такое все белое-то? А это нормально, да? Рабочий стол нам надо. Воу-воу-воу, ребятки. Теперь пришло время привести в порядочный вид эту машинку. Внешне корпус очень хорошенько пришлось отдраивать, а внутри только жирный слой пыли, как в мозгах у... Ну ладно, теперь даже посмотреть на него приятно. Чистый, состояние близкое к идеалу. И ведь главное, ноут-то работает. Блин.
Компик, значит, собрал, закрутил и начал тестировать в играх. Если что, он Майнкрафт и Сталкера тянет. Можно смело выставлять на Авито как игровой. В принципе, так половина барыки делает, называя игровым любой хлам, где даже пасьянс можно запустить или GTA первую, там, третью. Так что я купил игровой ноутбук за 500 рублей. И чё, это я сейчас буду рукой бить дерево? Это норма вообще? Вот. Чё-то взял. Углы обзора, конечно, просто кошмар какой-то. Я не могу сейчас камеру настроить. Вот как выглядит Майнкрафт с моих глаз. А вот как его камера видит. Да. Блин, ребята, что делать? Сталкер не запускается второй раз. Как я буду играть? Я же, блин, мужик, 30 лет. Я обязан в Сталкера сейчас играть. Чё за херня? Как? Ну ладно, он хотя бы запускался, нормально игрался первый раз. Это чисто проблема самой игры. А ты чё смотришь? Ты этого не можешь, а стоишь? Уж явно не 500 рублей. Кстати, тут на днях мы провели конкурс для спонсоров канала, и победитель все-таки нашелся. Вот он, давайте его поздравим. Пацан уже получил свои беспроводные душки Xiaomi. Следующий конкурс будет в следующем месяце. Так что, будущие спонсоры, жду вас. С кнопочки все есть в описании. Ну, а также новые спонсоры. R405, Денчик Денчик, Арсений Про и Сабатуирдес. Ребята, респект вам, спасибо за поддержку, а также все те изи-спонсоры. Спасибо, ребята. Молодцы, что поддерживаете нас. В следующем, кстати, видео вы увидите, куда пошли ваши деньги, помимо конкурсов. Ну и в спонсорском чате. Друзья, общайтесь без матов, пожалуйста. Вот, все-таки, чей это был ноут? Судя по тому, что женщина, которая мне его продавала, вообще ничего не понимает в них и не знает ничего про модель и характеристики. У нее не было зарядки и понимания о файлах внутри. Плюс внутри я нашел видосы парня с девушкой и личные файлы, которые могут быть только у парня. Ну и зачуханный он. Вряд ли у девушки настолько зачуханный комп может быть. В общем, я смело могу считать, что ее слова «ноут остался от сына» подтверждают мои догадки о том, что парень этот попал в автокатастрофу. Ребята, я тут сейчас порылся в компике, в файлах, которые остались. И знаете, что я нашел интересное? Смотрите, что. Папочка называется «Клады», создана еще аж в прошлом году. И смотрите тут, что есть. Один папочка, два, три. И вот давайте, например, вторую откроем. И смотрите, что тут написано. Заклад. Как думаете, что там? Давай, открывайся. Смотрите, смотрите, что тут. Тут нашлась карта Екатеринбурга. И смотрите, что. В тоннеле у старого моста черный пакет. Чего, блин? И карта какая-то еще странная. Это не обычная какая-то Google. Я не знаю, что это. Какая-то она серо-черная какая-то. Дендрологический парк. Я, в общем, узнаю это место. Это самый центр города. Вот улица Куйбышева, улица 8 марта. Это Гринвич. А вот это вот куда показывает, я что-то немного не понимаю. О, увеличивается. Отлично. В тоннеле у старого моста черный пакет. Чё? Какие заклады? Что это, блин, такое? Какой старый? Тут нет никаких мостов. Тут, я не знаю, канализация разве что может быть. Тут-то что у нас, господи? В тоннеле у старого моста. Тут же нет никакого старого моста. Короче, я туда завтра пойду, схожу. И все вам покажу, что я там увидел. И попробую найти вот этот вот черный пакет. Правда, не знаю, чем тут может еще обернуться, но очень интересный момент. Пакет я поищу завтра, хотя сомневаюсь, то, что с прошлого года там что-то осталось, но пока я тут подумал. Но вот вообще-то не держит зарядку, надо бы что-то сделать у него с батареей. Покупать новую дорого, а я попробую просто заменить в ней элементы питания. Снова раскручиваю ноут, отцепляю шлейф от клавиатуры, достаю батарею и просто снимаю с нее наклейку. Далее аккуратно распечатываю корпус батареи и вынимаю всю начиночку из пирожочка. Как я и думал, внутри обычные аккумуляторные батареи типа 18650, такие же как в вейпе твоего парного друга. Иду просто в магаз и покупаю там самые бюджетные аккумуляторы такого же типа, которые мне обходятся в 750 рублей все три штуки. И просто их заменяю в батареи. Да, кстати, пока он загружается. О,
Создал тут на компе сейчас свой профиль. Бля, ноль доступны, чё за дела? Ну, анимация идет, короче, заряжает. Блин, 0% доступны. Либо не отображает система то, что заряжается, но по факту там заряд есть. Либо какие-то проблемы реально вот с этой вот платой, которая с самой батареей. Ну, либо уже с контроллером в самом компьютере. А сейчас мы, собственно, проверим. Либо я рукожоп, либо комп уже навернувшийся. Ой. Окей. Ребята, напишите, как узнать. Либо в контроллере в самом компьютере проблема, либо вот здесь вот, в батарее. Конечно, это можно узнать, просто батарейку поменяв, но, блин. Я в этот компьютер уж, наверное, денег вложил. В его полцены, ну серьезно, он того не стоит. Что у нас по итогам? Из минусов на ноут я потратил где-то 5000 рублей. Из плюсов, я только его почистил, заменил матрицу, прикупил зарядничек, и ноутбук ожил, он зажил второй жизнью. Да, пришлось его подремонтировать, поковыряться изрядно. Ну, не знаю, на что он мне сгодится, но, короче, сейчас перенесемся на ту точку, я вам все покажу. Ребятки, значит, я прибыл сейчас на место, вот тот самый перекресток, улица Куйбышева, там 8 марта, вот этот тот самый дендропарк, и вот куда-то сюда указывает эта стрелочка. Единственное место, которое я могу предположить, это вот самая дырка, это выход подземной реки и канализации, насколько мне известно. Мне кажется, даже по большей части канализации. В общем, это единственное место, куда указывает стрелка, но где старый мост и где-то может лежать черный пакет, понятия не имею. Я, конечно, еще посмотрю вдоль берега. Может быть, конечно, информация уже вообще не актуальна, но если что, то вот эта вот дырка хранит в себе какие-то секретики. Друзья, в продолжение этой истории будет информация о том самом старом мосте. Я все-таки найду то место и отправлюсь за этим черным пакетом. Так что, если интересно будет посмотреть, жду ваших комментов и лайков. И, ребята, никогда не попадайтесь на уловки мошенников, чтобы мне за вас потом не было стыдно. Увидимся, ребята, в интернете.